друзья! Мы рады приветствовать всех на очередном выпуске проекта «Арт Гримерка», где мы знакомим вас с уникальными и талантливыми людьми города Тольятти и не только. Как всегда, в студии Ольга Вавилина. И Сергей Гурьянов. И в гостях у нас замечательные музыканты. Это Олег Татьянин и Георгий Иванов. Привет, ребята! Точкой отчета группы «Татьянин день» считается 2002 год, хотя как автор Олег Татьянин известен в музыкальных кругах еще с конца 80-х. Начав сольную карьеру, Татьянин стал активно выступать на самых разных фестивалях, параллельно записывая альбомы и синглы. А после участия в Грушинском фестивале многие его песни стали настоящими народными хитами. «Миссисипи», «Вниз по Волге-реке», а чуть позже «И я дизайнер» пели хором на самых крупных площадках фестиваля. Олег Татьянин никогда не задерживался надолго ни в одном из стилистических направлений, с успехом переиграв практически все. От классического рок-н-ролла до тяжелого блюза и регги. Один из ведущих проектов, которому вы посвящали свою музыкальную жизнь, это была группа «Татьянин день». Вот на сегодняшний день в каком состоянии находится этот проект? Все-таки это только Олег Татьянин и сопутствующие музыканты? Или все-таки есть какая-то группа людей, объединенных идеологией? Так получилось, и, может быть, это даже очень хорошо. То есть в какой-то момент пошла сменяемость музыкантов, приходили новые люди, и каждый раз приход новых музыкантов делала группу намного сильнее, намного лучше в музыкальном плане. Появлялись новые идеи. Не случайно мы сегодня с Георгием здесь на этой передаче. То есть нас свела судьба на Грушинском фестивале. Почему так это звучит пафосно? Ну, в тот момент я остался без басиста и гитариста, значит, второго. Вот, мы приехали с барабанщиком Дмитрием Рахманкиным на фестиваль. И случайно, как или не случайно, резонанс звучал так же круто, как гроссмейстер. Просто собирал там огромные толпы. Вот. И мы там к ребятам подошли, там, о, Олег, там, Георгий, привет. Там. Быстренько разобрали мои вещички, вспомнили. И в этот же вечер вышли на сцену. И вот оттуда пошло вот это... Ну, можно сказать, такая музыкальная дружба. То есть с этим коллективом и с их руководителем, с Григорием Истулиным. То есть вот это уважительное отношение к моему творчеству. Я очень благодарен тому, что я принимаю участие и в юбилейных, в том числе, концертах «Резонанса». И это не случайно, потому что в 2008 году мы в филармонии сыграли большой концерт, сольный, первый в Тольятти сольный концерт. Именно вот тольяттинского музыканта. Потом, опять же, разошлись пути дороги, и сейчас меня занесло там и в джаз, и с джазовой музыкальной тусовкой города Самары. То есть я наконец-то сыграл там с крутыми музыкантами. Просто мечта была вот такая сделать концерт. И полтора года назад юбилей я свой отметил большим таким концертом. Можно посмотреть на YouTube-канале, как раз вот канал группы «Татьянин день». То есть, да, она есть, но прежде всего, да, это я и те музыканты, которые в тот или иной год играют или в то время появляются. То есть вот Георгий, это вот, наверное, самый долгожитель. А давайте послушаем уже, вот хочется послушать. Я бы хотел добавить прямо буквально пару слов. Сергей, ты сказал, проект «Татьянин день» живет или... Он живет. Но мне кажется, что это не проект, не совсем подходящее слово. Это скорее состояние души Олега. Вот, «Татьянин день». И оно меняется, так же, как меняется каждый человек, взрослеет. И я благодарен, кстати, Олегу. Он потрясающий дизайнер, художник. И то, что мы взаимодействуем, вот такой тандем. Он делает нам много графической работы. Талантливый человек, талантлив по всем. Ну, давайте поднимем настроение, да, песня так и называется. То есть это из последнего, скажем, аранжировки. Уже в сторону джаза. Да, ну, песня написана достаточно недавно, одна из последних, скажем так, да. Ну, попробуем вдвоем сегодня сыграть. Ба-да-ба-да-бам, ба-да-ба-да-бам, ва-бам, ба-да-ба-да-бам, 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 ва-бам. Ночь прохлада, обувь тесная, босиком пройдусь по майской росе. Такая вся интересная,
Я немного больной, но такой же, как все. Грозовое утро нервное разродилось вдруг проливным дождем. Но нам пофигу, мы не первые. Кто по лужам вперед чешет босиком. Лето возвращается заново, пусть земля вращается, главное настроение твое и мое. Лето в дредах цвета алого, в сумке кеды и панама, ну главное настроение твое и мое. Настроение твое и мое. Мы с тобой вдвоем по улице. Закрываю глаза, да чего ж хорошо. И пускай до сих пор небо хмурится, ты танцуешь, смеешься и просишь еще. Лето возвращается с главной, пусть земля вращается, главное настроение твое и мое. Лето в дредах цвета алого, сумка, кеды и панама, ну главное настроение твое и мое. Настроение твое и мое. Па-да-ба-да-бам. 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 Ва-бам. Па-да-ба-да-бам. Па-да-ба-да-бам. Вот у меня есть определенный такой рейтинг моих любимых песен конкретно группы «Татьянин день», куда, естественно, входит и «Самолет», и «Майку», и «Миссисипи». Но есть вот такая композиция, как песня, посвященная радио «Маяк», «Монорадио», да, и от нее буквально веет вот такой какой-то теплотой, уютом, как будто была она написана, не знаю, где-то в 80-е годы прошлого века. Хочется узнать историю этой песни, историю создания, и наверняка есть какие-то там в ней глубинные смыслы, которые не лежат на поверхности. Как вот прозвучало вот, прошлого века. Знаешь, сразу ощущаю себя таким взрослым. Опять возвращаясь там вот немножко к концерту, который был полтора года назад, юбилейный. То есть пришли гости, ребята, там музыканты. Они с удивлением обнаружили, что они младше меня. Вот, это одно. И да, песня посвящена именно тому времени, когда было детство. Я жил в Камышине. Папа там работал в военном училище, у меня военный. Занесло нас в этот город. И я, как сейчас помню, сталинские дома, естественно, высокие потолки, такие интересные как планировки, там все это стариной дышащее. И вот, естественно, на кухне радио, и, естественно, радио «Маяк», потому что там была только первая программа у нас, там одна телевизионная. Вот, и радио. Радио «Маяк», который постоянно нон-стопом практически вещал. И вот что-то как-то вот ностальгия вспомнилась там, да, и действительно эта песня пронизана всем этим временем. Ну и еще тут был юбилей как раз радиостанции «Маяк». Я тут решил как раз таким образом послать там в эфир. Ну, все, что нам удалось сделать, мы с Гошей играли как раз юбилей, они отмечали компании «Радио «Маяк»» именно в Тольятти. И нам посчастливилось, так, с одной стороны, мы там со Стилавиным обнялись, сфотографировались как-то с Вахидовым тоже, вот всей этой компанией. Вот мы там с Георгием сыграли песню «Радио Маяк». Потом я окунулся в эту джазовую атмосферу города Самары, переначал аккорды, и она сейчас звучит как босановка, такая аккуратненькая, и... Может быть, еще и в этом плане она так вот эту старину как раз на себя и притянула. Mm-hmm.
сердце кочует желтая птица, раскрасив серые лица, на улицах дворники танцуют весне ура. И возвращаются птицы в старые дворы, что помнят, как мы были и пионерами. Радиомаяк, наша любимая волна, замерла до утра. Моно, моно, моно-радио. Моно, моно. Моно-радио. Раскрасить стены в теплые тона, на крыше сядет луна. В городе, где вечер красит в желтые огни, мы стали взрослыми и... С тобою выросли на радиоволне, такие разные. В доме, где звучали темы радиомаяк, все это было так. Коренной тольяттинец. Нет. А сейчас вообще слинял с нашего города. Недалеко, но слинял. И все же, как ты относишься к нашему любимому, чудесному Тольятти? Противоречивые чувства. Много связано с этим, потому что прожил здесь достаточно долго. То есть я закончил здесь 10 класс, потом уехал, поучился там, попробовал, вернулся из армии. Вот. И с этого момента был свидетелем того, как развивался здесь и музыкальный мир. Как-то меня раз назвали, то есть сейчас на сцене будет там на каком-то фестивале, как это, динозавр там, сцены. Да, в свое время там группа «Реформа» была, с которой мы там начинали, то есть я даже попел в ней. То есть гитару мне не давали, потому что, говорит, Олег, сначала научись играть. Много прекрасных людей из этого города, музыкантов, с которыми я переиграл. Многие уехали, естественно, там, да, кто-то возвращается. Обычный нормальный город со своими странностями, со своими нюансами, но город делает не улицы, не дома, там, я не знаю, не магазины, еще что-нибудь. Люди. Скажем, столетинским музыкантом я спокойно могу сделать там следующий свой концерт.
запишем, скорее всего, там вниз по Волге-реке. Вот, должна она уже прозвучать. Я все мечтаю так, чтобы вот куча музыкантов, как это вот обычно из некоторых городов присоединяется, вот накладывается вся вот эта музыка на основную тему. И мечтаю, чтобы даже там, например, тоже Саша Радовский, мы с ним поиграли некоторое время, там, да, там Ярослав Сапожинский издалека записали, подыграли, то есть вот есть базы, есть возможности, и я думаю, в ближайшее время, учитывая обстоятельства, то, что концертов живых становится все меньше, значит, надо переходить на студийную работу. Ну и вот, кстати, о песне «Вниз по Волге-реке», которая, кстати, изначально-то была не про Волгу, насколько я знаю, а была просто «Вниз по реке», но так уж повезлось, что все ее знают именно как песню о Волге. Как раз вот песня причем, да, о родных краях. Да. А на самом деле, да, ну, конъюнктурно немножко фраза прозвучала, то есть на Волге же все это самое, и в конце по Волге-реке все, а так бы поехали куда-нибудь там в другую реку, там где-то. Пока вниз по Белой реке, в Уфе. Так я тебе скажу так, что мы путешествовали на фестивале у Тимура Ведерникова на Мамакаву, и был плавучий фестиваль, сплавлялись вниз по реке на теплоходе по Нилу. Вот мы пели про «Вниз по Нилу» с крокодилом в руке. Вообще песня заслуживает, чтобы она прожила такую полноценную жизнь, как нормальное произведение музыкальное, которое живет дольше своего автора. И очень бы хотелось, чтобы, да, ее как бы исполняли. И мне не жалко, честное слово, то есть никаких там авторских прав. Там есть амбиции творческого человека, то есть если эта песня звучит, то Сергей даже исполнял, по-моему, мои песни. На моем первом альбоме, да, было несколько камеров. Да, то есть это очень приятно на самом деле, потому что как бы если музыка идет и народ, наверное... У меня, к сожалению, вот самая популярная песня немножко другая в интернете. Про другую реку. Там не про реку. А про дизайнера. Про дизайнера, да, есть такая вещь. Поищите. Ну, поищите, да. И тем не менее, одна из любимейших песен мной и с группой «Резонанс» мы практически постоянно ее играем. Хорошая песня, просто почему бы не играть? Вот, действительно. В небо ведет дорога река, но по идее мы движемся вниз. Ветер в горах растерял облака. Я говорил ему, не торопись. Словно море, река. Далеки берега. Я плыву налегке вниз по этой реке, вниз по этой реке, босиком налегке, вниз по этой реке. Вниз по этой
босиком налегке. Вниз по этой реке. Сегодня замечательные музыканты Олег Татьянин и Георгий Иванов были у нас в гостях. Еще раз огромное спасибо, что вы к нам приехали. Очень долго ждали. Спасибо, что еще раз позвал и пригласил. Действительно, очень душевно посидели. Причина вот встретиться с Георгием, с вами, в конце-то концов. Да. То есть было очень приятно и, надеюсь, не последний раз. Очень надеемся. Ну и в знак закрепления дружеских отношений вручаем вот такую штуку. Это Гримми, как получила она недавно спонтанное такое название, то бишь это Грэмми, но от нашей гримерки. Это такой знак качества, которым музыкантов, которые к нам приходят, мы отмечаем. Вот она еще делает вот так. Да. Спасибо. Да. Еще и омедалим. Омедалим. Слушай, я все время до этого момента не досматривал. А они вот только-только появились. Они только появились, да. Так что у нас еще и первый проход. Спасибо. Ну а с вами мы увидимся совсем скоро. Следите за новостями, за обновлениями. Как всегда, в студии работали Ольга Вавилина и Сергей Гурьянов. Всем пока. Bye-bye.